Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить классический салат «Сельдь под шубой» в необычном новогоднем исполнении. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Филе одной селедки, небольшую луковицу и 4 вареных яйца нарезаем мелкими кубиками. Перекладываем все в миску. Слегка перчим, солим, добавляем столовую ложку майонеза и хорошо перемешиваем. Рецепт домашнего майонеза можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Дальше натираем на мелкой терке печеные овощи. 200 граммов моркови, 300 граммов картошки и 400 граммов свеклы. Добавляем на свой вкус черный молотый перец, соль и немного майонеза. Все хорошенько вымешиваем до однородного состояния. Масса должна получиться максимально густой. Очень важно не переборщить с майонезом. Он здесь нужен только для связки овощей. Затем застилаем рабочую поверхность кусочком пищевой пленки. Выкладываем на нее столовую ложку с хорошей горкой свекольной массы. Формируем круглую лепешку размером с блюдце. По центру кладем ложку селедочной начинки и с помощью пленки собираем все это в шар. Так поступаем, пока не закончатся подготовленные продукты. Полученные шарики выкладываем на плоскую тарелку. Обычно их получается 8-10 штук. Теперь делаем украшения. Маслины разрезаем пополам, а перья зеленого лука на сегменты длиной 7-10 см. Из лука формируем петельку и вставляем краешек в отверстие в маслине. Количество таких заготовок равно количеству сформированных шаров. Дальше ставим маслину с луком по центру шарика и разрисовываем его с помощью майонеза, помещенного в кондитерский мешок. Краешек мешочка должен быть срезан совсем чуть-чуть, тогда узор будет получаться аккуратнее. Хочу обратить ваше внимание, что рисовать узоры нужно непосредственно перед подачей салата на стол, так как со временем майонез окрашивается свекольным соком. Готовое блюдо дополняем веточками укропа, имитируя еловые ветви. Вот и все. Красивый новогодний салат готов. С наступающим Новым годом! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.